Вологодчина – это прежде всего моя родина, родина моих предков. Я родился здесь, здесь родились мои дети, здесь живут мои родители, мои друзья. И для меня Вологодчина – это край, в котором удобно и комфортно жить мне, моей семье, моим родителям, моим детям. Накануне Дня образования Вологодской области губернатор Олег Кувшинников побеседовал с главным редактором областной газеты «Красный Север» Надеждой Кузьминской. Полную версию интервью смотрите скоро на 35 ТВ.